Цены на нерухомость у Могилёва досягнули самых низких померов за апошние 5 лет. Специалисты тлумачат, что колькость пропанов стабильная вось уже некалькі год, а потом скорочается. Основные покупники – это, как правило, молодые люди во возрасте до 30 лет. А именно таких покупников стало на третину меньше, чем 5 лет тому. Одну из причин специалисты бачат у складанной демографичной ситуации 90-х, когда в Беларуси падала нараджальность. Так, сегодня кошт квадрата у новобудовлях вагается от 400 до 600 долларов у залежности от класса жилья. И это прикладно на 20% тоннее, чем было еще 5 лет тому. Максимальное снижение, по информации риэлтора, назирается на другостном рынке. За последние 2 года кошт квадрата тут скоротился амаль удвоя. Например, однокомнатная квартира на сегодняшний день можно приобрести уже и за 15 тысяч, и даже за 14 тысяч. Ну, это хрущевки, скажем так, низких потребительских качеств. Ну, улучшенные планировки тоже в районе 20 тысяч условных единиц. То есть, если 2 года назад такие же квартиры стоили, соответственно, например, там 30 тысяч.